Ну, я бы хотел сказать, что по итогам данной сессии мы, конечно же, будем требовать соблюдения прав депутатов председателем Ведерниковым, который сегодня фактически привел к тому сессию, что ни один из четырех законов проектов фракции КПРФ так и не были доведены до голосования. Значит, мы будем писать обращение в прокуратуру области и подавать иск к Ведерникову от нашей фракции в областной суд Иркутской области. С целью такой, чтобы данные законопроекты были поставлены на голосование, чтобы еще одна внеочередная сессия была созвана, дали право нашим депутатам озвучить те меры поддержки предпринимателям и жителям в виде налоговых льгот и прямых выплат, отправленных в БС работникам во время карантина, их детям, которым мы предложили нашим законопроектом оказать поддержку в виде выплаты 12 тысяч рублей в месяц на работника, 5 тысяч рублей на ребенка. Вот чтобы эти законопроекты были все-таки рассмотрены, чтобы «Единая Россия» с фракцией ЛДПР и «Справедливой России» в поддержке не препятствовали рассмотрению этих законопроектов, потому что их, эти законы, требуют наши с вами избиратели.